понимаете, что все вот эти ваши стихи, они не для детей. Понимаете, я хочу, чтобы родители задумались, о чем думают их дети. Поэтому детская поэма «Перемен». Я сыт по горло вашей манной кашей. Я знаю точно, Дед Мороза нет. Вы не заметили, а дети стали старше. Сатрапы, купите мне велосипед. Не заглушить вам крик мой в магазине. Не перекрыть свободе кислород. Купите мне велосипед, купите. Мороженым мне не заткнете рот. Меня не запугаете бабаем. Не страшен мне ваш глупый Бармалей. Поскольку я познал кошмар похуже. Кошмар советских пионерских лагерей. Вы столько раз ссылали меня в угол, давили все восстания ремнем, но тем не менее конструктор был мне куплен, и до велосипеда доживем. Есть курить у вас? Пошел вон отсюда, курить ему!